Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Несмотря на негативные сигналы мировых рынков накануне, Азиатско-Тихоокеанский регион торгуется сегодня в основном на повышении. И на этот раз главной причиной снова стали события в Китае. Правительство страны разрешило рефинансировать акции китайским компаниям недвижимости. Конечно, не исключено, что такое улучшение на фондовых биржах Азии имеет временный характер. Тем более, что блокировки в нескольких крупных городах Китая усиливают проблемы с цепочками поставок и негативно влияют на прибыли компании. На фоне масштабных протестов в Китае по поводу политики нулевого ковида и ее перспектив, а также роста числа новых случаев, вторая по величине экономика мира рискует замедлиться еще больше. Это, в свою очередь, держит инвесторов в напряжении и повышает спрос на традиционные активы убежища. Однако главным триггером для фондовых и валютных бирж по-прежнему остается предстоящее решение Федрезерва США по ставке. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в среду, но уже вчера и сегодня рынки услышали комментарии сразу нескольких спикеров ФРС. Глава, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что он свои ожидания по ставкам повышает. Джеймс Борт, ФРБ Сент-Луиса, который еще в начале ноября допустил порог ставки на уровне 7%, предупредил, что рынки недооценивают степень агрессивной политики ФРС. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер добавила, что компания ФРС по повышению ставок еще очень далека от завершения. Выступили также за дальнейшее повышение ставок и вице-глава Федрезерва Лайл Брейнард и Ричард Баркин из ФРБ Ричмонда. Как долго ставки останутся высокими, будет зависеть от того, что произойдет с инфляцией, заявил политик. Так что истребинные замечания представителей Центробанка также оказывают давление на рынке. Тем не менее, многие инвесторы еще сохраняют надежду на то, что регулятор после четырехкратного повышения на 0,75% подряд все-таки замедлит темпы ужесточения до полпункта в декабре. Согласно инструменту FedWatch, их число сегодня составляет 69,9%. Доллар США, который в этом году неизменно получал поддержку на истребительных решениях ФРС, некоторую часть повышения ключевой ставки уже учел в своей цене да и рисковые настроения понемногу возвращаются на рынке, продавливая курс доллара вниз. Снижаются и рынки облигаций, которые, похоже, тоже пока не верят в сверхистребинную агрессивность Центробанка США. Доходность десятилетних трежерис преодолела критический рубеж 3,7% на фоне беспокойства перед выступлением Джерома Пауэлла. Поэтому в начале вторника американец дешевеет и консолидируется в диапазоне 106,1-106,8 в ожидании завтрашней речи главы ФРС о ситуации в экономике и на рынке труда США. В азиатскую сессию цена доллара по индексу корзине шести валют аналогов резко упала до отметки 106,1 пункта и в основном торгуется на понижении. Снижается курс доллара США утро во вторник к японской иене, которая в этом году была главным аутсайдером среди основных мировых валют. На слабой национальной валюте и сверхмягкой монетарной политике власти Японии пытаются восстановить экономику страны. И определенные результаты уже есть. Например, розничные продажи Японии растут восьмой месяц подряд, а полное открытие границы и отмена внутренних мер по борьбе с пандемией увеличивают страну потоки туристов. Однако одновременно из-за обесцененной иены инфляция в Японии развивается самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. Неудивительно, что при таких противоречивых факторах японская валюта выглядит очень нестабильным. Сегодня курс иены к доллару США укрепляется в основном на фоне консолидации американца и торгуется в азиатскую сессию на уровне 138,0. Скорее всего, в ближайшее время трейдеры попытаются удержать пару в ценовом диапазоне 137,9, 139,4 в ожидании ключевых данных по США, которые выйдут позднее на этой неделе. Прогноз по паре сохраняется медвежий, а она может попытаться нащупать дно в зоне 133-134 иены за доллар. Первоначальное сопротивление может встретить иену в области круглого психологического уровня 139, с дальнейшим прорывом в направлении ценовой линии 146. Поскольку аппетит к риску на рынках во вторник возвращается, австралийский доллар набрал значительные обороты. Он уверенно отвоевал у американца круглую высоту 0,6720 и в азиатскую сессию продолжает укрепляться. Поддержку ОЗИ получил в том числе на ожидаемых действиях Китая по стимулированию экономики, о которых власти страны заявили накануне. А сегодня в 7 утра по Гринвичу самое пристальное внимание инвесторов будет направлено на пресс-конференцию по борьбе с COVID-19 в Китае. На ней, по слухам, китайские власти могут заявить о прекращении политики нулевого COVID. Для Австралии, основного торгового партнера Китая, такие новости жизненно важны и могут привнести свежие стимулы, в австралийскую экономику. Поэтому австралийская валюта сегодня на позитиве и торгуется на повышении в ценовом диапазоне 0,6640-0,6743. В начале вторника курс ОЗИ уже резко вырос и поднялся в область цены 0,6736. На этом выпуск Инстафорекс ТВ по азиатской сессии завершен. Ну а мы продолжим наблюдать за событиями на биржах и снабжать вас актуальной информацией и аналитикой. Будем рады услышать ваше мнение, задавайте интересующие вопросы, а наши эксперты постараются на них ответить. Будем на связи.